центральный вход в храм. Есть колокольня. Это боковая комната. Колокольня, вторая боковая комната, где будет лестница наверх. Здесь такой потолок. Это трапезный зал. Здесь тоже уже потолок выложен. Это четверик. Вот здесь выставлены леса. Для того, чтобы сделать купол 4К. Здесь наверху будет клирус. Два выхода боковых, боковых. Вот здесь алтарь. Вот вход в алтарь. Такой потолок здесь.